Друзья, коротко о новостях. Вы видите, что у нас вернулась зима, снова хожу в шапке. Я уже 6-й день сижу дома, отдыхаю, провожу время с семьей. Если вы смотрели последние видео, то видели, что я ездил на рентованном траке, потому что компания Amazon нам раньше давала грузы, которые были рассчитаны на тим-драйвинг, то есть на езду с напарником, на то, что трак будет ехать все время. Теперь по новым правилам в связи с эпидемией всех рассадили по одному, поэтому компании в один момент понадобилось в два раза больше траков, чем было у компании до этого. Компания в связи с этим покупает траки, так что скоро будет новый трак и новый обзор для вас. Сегодня я проверил количество подписчиков на моем канале и увидел, что мы достигли 1000, что мой канал наконец-то набрал 1000 подписчиков. Огромное всем спасибо, всех люблю. Человек, который подписался 1000-м, написал об этом, и я отправлю ему открытку обязательно. Мне кажется, сейчас в нынешних условиях тема здоровья очень актуальна, поэтому я для вас записал видео о страховке в США. И сейчас я с вами этим видео поделюсь. Всем привет, друзья! И сегодня у нас тема, которая актуальна всегда, а в нынешнее время особенно. И эта тема — медицинская страховка в США. Если вы зашли на мой канал впервые, меня зовут Валера, и вы смотрите видеоблог сибирского парня из США. Первое, что хотелось бы отметить для моих подписчиков, это то, что субсидия на страховку, которую ввел еще президент Обама, она до сих пор у нас существует. Хочу уточнить. Я буду рассказывать на примере штата Пенсильвания, штата, в котором я проживаю уже 7 лет. Когда я ввел в поиске YouTube тему «Медицинская страховка в США», то я увидел множество видео от русскоязычных блогеров, и в основном все эти видео, они на примере штата Калифорния. Калифорния в США — это примерно как Москва в России, это другое государство, поэтому разница очень большая. Пример Калифорнии, он не является примером всей Америки, поэтому я буду рассказывать на примере штата Пенсильвания. Obamacare, Affordable Care Act, который был подписан еще в 2010 году, это то, чем нам всем запомнилось президентство Обамы. Что это такое? Это субсидирование страховок на здоровье, от которого получают выгоду, получают бенефиты малоимущие слои населения и средний класс. Для богатых это невыгодно, поэтому они за то, чтобы эти субсидии были отменены. Чтобы оформить субсидию на страховку, вы можете зайти на официальный сайт healthcare.gov или вы можете позвонить по телефону. Все ссылки я оставлю под этим видео. Телефон и официальные веб-сайты, с помощью которых вы можете оформить страховку. Если вы звоните по телефону и вы не знаете английского языка, вы можете попросить себе переводчика. Вы можете оформить страховку и оформить субсидию через страхового агента. До 2017 года это было бесплатно, то есть агенты получали деньги от страховых компаний. Сейчас вам придется заплатить агенту в районе $200-$250. Моя семья оформляет страховку через официальный веб-сайт. Для того, чтобы подать на субсидию, вам нужно иметь обязательно легальный статус. На 2020 год, смотрите таблицу 1, я вам сейчас покажу ее, у нас будет две таблицы, смотрим таблицу 1. На 2020 год максимум, что вы можете заработать, чтобы иметь субсидию, это доход в 400% выше федеральной черты бедности. Если вы за чертой бедности, то у вас будет бесплатная страховка Medicaid. Рассмотрим на примере семьи из 3 человек, вот как семья у меня, да? Если семья из 3 человек имеет чистый доход меньше, чем 21 330, смотрим таблицу, то всей семье предоставляется страховка медицинская совершенно бесплатно. На семью из 3 человек, смотрим колонку 400%, чистый доход не может превышать $85,320 в год для получения субсидии. Сколько будет стоить страховка для такой семьи, как у меня, из 3 человек, без субсидии? Примерно страховка будет стоить $850 в месяц, а может быть даже выше. Это будет зависеть от вида страховки, которую вы берете, и от возраста членов вашей семьи. Теперь посчитаем, сколько вам обойдется страховка на семью из 3 человек с субсидией. У нас самый популярный страховой план — это Keystone Health Plan East. Я вам напишу сейчас. Возьмем Silver HMO. Это я вам привожу пример самой популярной страховки у нас здесь в Пенсильвании. Открываем таблицу номер 2. У нас с вами две таблицы. И смотрим. Если ваш доход ниже 133% от федерального уровня бедности, то страховка обойдется вам в 2,06% в год от вашего общего чистого дохода. На семью из 3 человек это примерно 29 тысяч в год доход, умножаем на 2,06% и получаем около $600 в год. То есть $50 в месяц вам обойдется
страховка. И примерно $800-900 добавит за вас государство. Если вы имеете чистый доход $80,000 на семью из трех человек, то попадаете по цену страховки в 9,78% от вашего заработка. Значит, грубо говоря, почти $8,000 в год вы потратите на страховку. А это примерно $666 в месяц, и примерно $250 в месяц за вас будет доплачивать государство. Страховка, опять же, не подразумевает, что если вы платите за нее помесячно сумму какую-то, то вы не будете платить при визитах к врачу. Например, опять же рассмотрим на примере нашего плана Keystone Health Plan East, Silver Plan. Неплановый прием у педиатра-терапевта для вас обойдется в $40-70, в зависимости от ярусов, на котором находится врач. Плановый прием, то есть раз в год вы идете к терапевту, будет бесплатно. Внеплановый прием в районе $40-70 нужно будет доплатить, кроме того, что вы, например, $666 в месяц платите страховку. Если вы идете на визит к специалисту, то этот визит для вас обойдется от $80-140. Неотложный визит в госпиталь, если вы попали, то emergency, неотложный визит в госпиталь, обойдется для вас в $550. Если вам нужно будет сделать УЗИ или рентген, я вот ходил на рентген, это обойдется сверху страховки вам в $120. Эндоскопия обойдется примерно в $250. Во времена президентства Обамы до 2018 года за неимение медицинской страховки с людей взимался штраф в размере $695 со взрослого и $347.50 за ребенка в год, или 2% от общей суммы чистого дохода. Какая сумма больше, ту сумму и взимали. Как это происходило? Например, по итогу года вы должны заплатить в налоговую 2000 федерального налога, и к этой сумме еще добавляли штраф за неимение страховки. Этого штрафа можно было избежать. Как избежать? Например, если ваш доход ниже уровня бедности, но вы не подавали на страховку, то вы, естественно, не будете платить этот штраф, потому что если бы вы подали, то страховка для вас и так была бы бесплатной. И второй вариант, если у вас был перерыв в имении страховки до 3 месяцев. До 3 месяцев позволялось не иметь страховку, потом ее сделать, и за это штраф с вас не взимался. С 2019 года администрация президента Трампа отменила штрафы за неимение страховки. При этом сохранила субсидии, которые были еще введены Обамой. Очередной раз Трамп молодец. Хотя, опять же, хочу сказать, что я рассказываю на примере штата Пенсильвания. В таких штатах, как Нью-Джерси, Массачусетс, Вашингтон, Д.С., то есть округ Колумбия, в этих штатах штрафы за неимение страховки сохранились. Еще один интересный момент. Субсидия на страховку выдается вам в зависимости от годового дохода. Вы не показываете налоговую декларацию за прошлый год, а говорите сумму, которую вы заработаете в следующем году. Для того, чтобы оформить страховку на 2020 год, нужно было в период с 1 ноября по 15 декабря подать на страховку и сказать примерно ту сумму, которую наша семья заработает в 2020 году. Если вы работаете официально, то есть вы наемный рабочий и вы работаете на форму чека W-2, то примерно вы можете посчитать свой доход за следующий год. То есть вам нужно чек свой за 2 недели умножить на 26. Если вы планируете брать какие-то внеплановые отпуска, уехать на родину, там взять отпуск за свой счет, то примерно это количество дней, которое вы планируете отсутствовать на работе, вам нужно вычесть оттуда, и вы получите сумму примерную, которую вы заработаете за год. Сложнее приходится, если вы частный предприниматель, если вы работаете на форму чека 1099. Очень сложно предсказать, какую сумму мы заработаем в следующем году. Например, вот вы видите ситуацию сейчас, которая происходит, да? Кто ее мог предсказать? Кто мог знать, кто останется на работе, кто потеряет работу, кто будет сидеть дома закрытый, кто будет продолжать что-то делать? Предсказать, сколько ты заработаешь в следующем году, очень тяжело. В любом случае, вам так или иначе нужно предположить сумму вашего чистого дохода на следующий год. Субсидирование страховок связано с налоговой, с IRS. И при заполнении налоговой декларации программа автоматически обрабатывает наши данные и сравнивает наш предполагаемый доход с реальным нашим доходом по итогу заполнения нашей налоговой декларации. Например, если вы сказали, что вы заработаете в следующем году 50 000 за год, ваш чистый доход, а на деле при заполнении налоговой декларации получилось 52 000 в год, то вы должны будете выплатить тот остаток, который вы не доплатили.
Если вы, наоборот, сказали, что заработаете в следующем году 50 тысяч, а на деле заработали 40, это видно при подаче налоговой декларации, то, когда вы будете платить налоги, просто вам отдадут разницу ту, что вы переплатили, потому что страховка должна была быть для вас дешевле, исходя из вашего дохода. Это очень удобно, то есть здесь проблем у вас не будет. Чтобы иметь страховку, в 2020 году мы подавали на страховку с 1 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года. Это называется enrollment период. Вам могут оформить страховку и не обязательно в тот период, который с 1 ноября по 15 декабря. Что такое special enrollment период? Если вы попадаете под критерии, например, женщина не была беременна и забеременела, у нее не было страховки в связи с тем, что она забеременела, ей нужно подавать на страховку. Тогда у нее проблем не будет. Ей страховку спокойно оформят тогда, когда она забеременела и когда она ее захочет оформить. Не переживайте, без страховки вас не оставят. Нужно будет просто позвонить и объяснить вашу ситуацию. Нынешняя ситуация с эпидемией попадает под этот special enrollment период во многих штатах. И люди сейчас могут оформить себе страховку, если они ее не оформили до этого. Если вы также не оформили страховку в тот период с 1 ноября по 15 декабря, то просто когда вы будете оформлять страховку, у вас она будет не с начала года, а с того момента, как вы на нее подали. Поговаривают о том, что субсидии хотят отменить. Тогда цены на страховку будут единые. Они только будут зависеть от вашего страхового плана и от возраста членов вашей семьи, и даже, кстати, от того, курите вы, употребляете ли вы алкоголь. Только малоимущие, чей доход является ниже федеральной черты бедности, смогут иметь бесплатную страховку Medicaid. Еще хорошо тем, за кого страховку оплачивает работодатель, полностью или хотя бы частично. Существуют также различные программы от города, от округа для получения бесплатной страховки, и про них нужно узнавать отдельно. Пожилые люди свыше 65 лет имеют бесплатную страховку Medicare. Граждане или если с грин-картой, то вы должны отработать в стране более 10 лет. Инвалиды любого возраста также получают бесплатную страховку. Малоимущие пенсионеры, у кого низкая государственная пенсия Social Security и у кого нет пенсионных накоплений, которые называются pension, так же как и инвалиды и так же как малоимущее население, получают Medicaid, то есть бесплатную страховку, и также программы, оплачиваемые через Medicaid. То есть это home care, сиделки, adult day care, вот эти дневные санатории для стариков, садики для стариков. Они также получают бесплатную доставку еды на дом и прочие льготы. Очень много информации вы сможете найти на сайте healthinsurance.org. Все ссылки я вам обязательно оставлю под этим видео. Друзья, на моем канале появляется все больше и больше новых подписчиков, и это не может не радовать. В связи с этим хочу сказать, что у себя в Инстаграме я начал проводить лайв-трансляции, буду стараться это делать каждую пятницу в 10 утра по нью-йоркскому времени и в 5 вечера по Москве. Так что если есть темы, которые вас интересуют, можете писать в комментариях. Я постараюсь найти собеседников, которые смогут с нами вместе эти темы обсудить. Если вы сами хотите выйти со мной вместе в трансляцию, пообсуждать что-то, задать свои вопросы, тоже, пожалуйста, милости просим. Буду ждать вас у себя в Инстаграме. Подписывайтесь. Трансляции каждую пятницу в 10 утра по Нью-Йорку, 5 вечера по Москве. Пишите в комментариях темы, которые вас волнуют. На соседнем балконе у нас гнездо свили белки. Беличье гнездо. Огромное спасибо за внимание, друзья. Было приятно снова с вами пообщаться. Было приятно изучить интересную тему и рассказать о ней вам. С вами был Валера, видеоблог сибирского парня из США. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Если вам не понравилось, ставьте 2 дизлайка. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Существуют также различные планы умного, хитрого, чтобы уменьшить свой свыше 65, 65 и выше, непонятно.